Если парень был в ударе на вечерке, как танцор, я скажу вам, этот парень, безусловно, комбайнер. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окей не знают, ни ленты. В суши-барах они не бывают и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах онлайнах, а они вкалывают на комбайнах.